там этот опять будет монстр. Блин, космодром. Не хочу я туда идти, но мне не нравится. Может, закупить каких-нибудь вещей пока себе? Ничего не взломалось. О, тут лут. Сюда надо заглянуть. Да я ж что, там же где был, я понять не могу. Никуда не понятно. Что ж за дичь-то? Блин, энергии не хватает. Где я вообще оказался? Мне сюда надо или не надо? Там с гейт, я же здесь был, блин. Еще сюда плюс. Блин, кучу здоровья потратил. Баунти слабый. Так. Physical energy. Физикал энергия понижаем, этот огня защищает, этот энергия и цифровая защита. Супервайзер, это что? Нифига, вообще какая-то дешевая фигня. Так, Vital Trust. Мне надо что-то, что даст мне, блин, защиту физическую побольше. Это энергетическое и все. Что ж такое, где у меня все? Блин, 28 самое большое, что ли? Да, такое себе. Восемь. Вот физически надо взять эту, попробовать штаны контрабандиста.
Как мне использовать вот эту? Ладно, это я сопью, но это должна быть и теоретически. Вот что это за вещи? Вот это. О. Тут больше физическая броня. Тогда вот эти оденем. И защита от огня. Это получается, можем от того робота скрыться, если что. Ладно. Я так буду до дурения здоровья покупать. Ладно. Как мне вниз спуститься? Ну как что ли? Так, где я тут оставил купленные вещи? Не здесь? Где они были? А вот они. Ура, ура, ура. Блин, они мне не нужны. Я так и запомнить не могу, зачем желтые нужны штучки. Так. Оружие хочу поменять. Иллюминатор есть. Очень дробовик взять. Вот это куда я попал? Вот я хочу сюда и забрать этот лут. Вдруг тут будет кто-нибудь помощнее по броне. Вообще завод, блин. Так, ладно, что-то набрал. Так, где лут-то? Ага, наверх подниматься надо, окей. Так, ну доминатор у меня уже был. Слушайте, если тут столько монстриков, должны быть хорошие штуки по луту. Где они? Вот тут два чемоданчика. Не, это в чем они, блин? Что не понимаю, внизу что ли? О, вот двери я могу взламывать почему-то, сундуки еще не могу. А я где? А, окей. Подождите, вот это вот агментация, если...
Heal everyone within range, including enemies. Не нужна мне вот эта аугментация. 1200 она стоит, я не знаю. Cyber Deck Upgrade. Это значит, что я могу взломать? Мне интересно. Окей. Так, а где еще? Теперь надо сюда попасть как-то. Где мое здоровье, когда оно мне надо просто срочно? Пластик армор? Ну что за броня-то, ё-моё, блин. Ой, это... Хорошо, зато от огня плохо. Плохо от огня. И всего лишь на единицу энергетический и цифровая защита. Не, она мне нафиг не нужна. Баллистик чест. Не хочу, не нравится мне это. Вот здоровье это нам понадобится. Бочки есть, чтобы взорвать, интересно. Нифига не вижу. Наконец-то я научился использовать второй имплант. Не прошло и просто часов 8 игры. Так, где моя? Где моя? Вот тут. Лут надо собрать. Фига себе, тут железо вылезло. Чё за штаны? Эй, я штаны же взял, блин. Нет? Чё-то не понял. Ascenders. Доминаторов у нас на продаже, можно жопой жевать уже.
Energize Visor, да, эти штуки мы брали. Даже все здоровье это у меня потратилось. Пошли за верхним. Блин, надо было. Счет скин. Не знаю, что это такое. Так, ну где лут? Вот это лут. Блин. Да мне желтым пинафик не нужен. А это и не лут. Зато там. А там еще противничек у нас, да? У нас уже были. Вон он. И как мне туда попасть? Надо сюда зайти, наверное, надо. Блин, а что, я не могу дверь взломать? Tutorials. Как взломать? Вот, ладно. Ну да. Айс. Короче, полная фигня. Не взломать мне эту штуку. То есть я сюда вообще зря перся. АС-2. Не хватает. Никак туда не попасть. Вот это синее, а вот это автомат, ну кто тут на нас опять, а? Что-то как-то совсем не айс. Куда попал? А, я не смогу сюда зайти, да? Что столько сюда? Вот этот попробуем раздобыть. Да иди ты нафиг, а? Вот.
Вот он. Шлем. Вот он. А что, он женский, что ли? Ничего себе. В два раза больше брони. Офигеть. Ладно. Посмотрим, мне это нравится. Потому что с тем боевым дроном я никак справиться не могу. Подождите. Вот этот остался еще. Как же мне его взять? Сохранить-то игрушку можно? А, она сохраняется сама по себе у нас. Вижу. Так. А, это всего лишь компоненты для улучшения. Ну да. Для апгрейда оружия. Ну что, тут больше ничего? Вот там звездолеты клевые. Так, мне интересно, а почему у меня сейчас зарядилась синяя полоса вдвойне по энергии? Это мне шлем, что ли, дал? Да, вот этот увеличивает на 3 уровень батареи, ничего себе. Это Body Energy. Слушайте, это клево. Опа! А это что такое? А, он миномет собрал. А, вот тут полечиться можно, окей. Ох ты ж. Ничего себе. Ничего себе. В этом я был? Нет, в этом я не был. Я хочу сюда. Как мне вернуться обратно? Док 92. Да доки, походу, одинаковые все здесь. У меня граната-то восстановилась или не восстановилась? Понять не могу, куда мне денег столько девать, которых у меня что-то дают. Вот это вход. Как мне попасть обратно вот в эту точку? Любопытно.
Второй. Опа. Так, у меня бы синяя энергия. Где мне синий бутылек взять? Блин, тут только деньги. Я вот тут был, по-моему, да? Нет, не был. Надо вот за этим ящиком сгонять. Такими темпами мы того робота не победим. Опа. Что ж такое-то? Так, ладно, вроде лечимся пока. Фух, норм. Так. А, вот почти дошел. Четвертый перрон. О. Чуваки, не это, не лезьте, у меня и так все. В порядке. Так, и где лут, который мне обещали? Стоп. А как я мимо него прошел-то? Не понял. Блин, я не хочу сюда уходить назад. Да, нет. А, вот сюда надо, наверное. Ну, скажи, что ты здесь. Нет. Здесь тоже нет. Я вообще не понимаю. А, вот на платформе надо есть. Блин. Я никак не могу привыкнуть, что надо на платформе кататься. Вот. Все, теперь... Ну скажите, что там супер пушка.
Нет, это какой-то супер... Супер броня. Окей. А чё он желтенький? Блин, он на 3 снижает физическую, но повышает не намного все остальное, а энергию критический. О боже мой, рыбомолот. Нет, вот, вот этот, этот более живучий. Все, сейчас можем в конец пилона заглянуть и посмотреть, что у нас там творится. Зря батарейку потратил, конечно. Блин, ну что это такое? Опять броня новая, ну. Ой. Так она... Зачем нам баланс? Вот она единственное, что баланс никого понижает. А так поднимает защиту вообще всего. Давайте в этом. Почему бы и нет? А куда я зашел? Тут вообще что-нибудь есть стоящее? Я здесь был или не был? А, был я, туда же пришел. Короче. Да, ничего особенного. Сваливаем. Даже мне тут попасть. Явно вот сюда лучше не соваться. Можем попробовать войти внутрь космодрома, посмотреть, что там. Потому что жопой чую, мне надо левел-ап как-то поднять, потому что... Ну, все плачевно. Все плохо. Я вообще даже выйти не могу. А где проход? А, вот здесь проход. Плюс должен быть где-то здесь. Нет, не тут. А вот он, окей. А может пойти сдать ну, второстепенную миссию? Ну хотя такое себе. Не уверен. Ладно, эти штаны нам нафиг не нужны. Вот под космодром, походу, да? Да, вот он. Запутался? Опа.
Kill Ball West? А что такое Kill Ball West? Что за желем? За жилет? А, ну у меня такой был. У меня их два. Чё они... О, единственное... Да ну фигня, короче. Ну хотя... Не знаю, не знаю. Ну, давайте в космодром зайдем. Рич Малхорс Гель Ферриер. Я не совсем не уверен, что я понял. Зачем мне сюда? А что за миссия-то? Стоп. Я где? Вот я внутри. А, ну все правильно. А что тут у нас есть вообще на самом космодроме? Я бы здесь броню продал и купил что-нибудь толстое. Вот. Это меня сильно потрепало. Тактика. А, все, я вспомнил. А, Жень, привет. А, желтый — это заряд тактических штук. Желтая жидкость. Такие как граната и прочее. Блин, но все равно не понимаю. Я вчера тут полночи сидел, пытался пройти одного робота, плюнул и пошел спать, так и не прошел его. Поэтому решил сейчас пока побегать вокруг, потому что как-то нереально его таким сразу пройти. Ко мне целят. Да что ж такое ты будешь делать, а? У меня граната-то заряжена или не заряжена? Прогресс, говорю, робота, который по основной, по сюжетной миссии, его так еще я и не прошел. То есть я полночи бился-бился, вообще галимаш, так ничего не смог сделать. Поэтому сейчас бегаю вон вокруг, зашел, залез вовнутрь космопорта, вот сюда. А здесь вокруг собрал кучу лута, который можно... Ну там броню, по крайней мере, подобрал. Оружие нового мне ничего не дали. О, ну тут хоть лут есть. Твою ж нет. Фигня. Одна валюта, которая по сути нафиг не нужна. Вот это выход или нет? Нет, это не выход. Да, блин, ну что ж такое-то, а? Боже мой, ну вот эти... А что у них столько брони-то?
толстый, как непонятно кто. Шипригер пенс. Блин. Это, конечно, круто, но... Я толком... О! Блин, вот они отсыпают мне тучами... О, здорово, не, я уже в отпуске. Считай, почти что. Так, ладно, компоненты для апгрейда, это тоже хорошо. Теперь только осталось найти, где это оружие можно мне сейчас проапгрейдить, потому что пока что я ничего такого тут не видел. О, кстати, тактический заряд. Отлично. Это я люблю. Полная фигня. Вот я тут, вот я сейчас как только сюда буду подходить, тут появляется огромный, короче, какой-то киборг, с которым я делать вообще ничего не смог. Он бомбит из гранатометов по площади сразу. А, да, я говорил, что я как раз таки с работой связал, я в отпуск на целых полторы недели. Ура, ура. Поэтому можно тупо ничего не делать, играть в игрушки. Еще не уехал. Вот если вот сюда, вот если я пойду по маркеру основного задания, то наткнусь тут же на огромного киборга. Но новый шлем. Ну вот этот, конечно, круто, но он физическую защиту снимает. Но поднимает огонь. Его можно попробовать одеть. А еще какой-то вот такой есть. А этот что делает? Он то же самое делает? Нет, этот покруче, по-моему. Нет? 31, защита цифровая 29. Огонь 42-45. Батарейку? Нет, я ничего не вижу в нем. Вот эта штука, конечно. Крипово выглядит. 2 батарейки просто. Вон, она мне здоровье понижает. И заряд. Поэтому даже если одеваться. Вот с этим у тебя был. Чуть здоровье поднял. И, ну хотя, такое спорное утверждение, что он покруче. Да я пытался разобраться, но, честно говоря, так особо не понял. Сейчас вот, кстати, увидишь. Так, мне только здоровье надо где-то взять. Ну, то, что я почитал сегодня утром, это как бы получается, что если, когда играешь один, тут некоторые места просто трудновато проходить. То есть расчет делается на кооп, что по сети ты бегаешь с кем-то, с напарником. И тогда это типа легче. Но вот я хочу сейчас куда-то свинтить, к примеру. Вот хочу попробовать сюда просочиться, чтобы взять вот этот лут. Но тут же... О, вот сюда я уже не попасть. Вон, вон, вон. На карте, если ты видишь, огромный ромб такой появился. Вот если эту штуку сейчас сагрить, будет вообще мясо. Так, это космодром, я здесь уже был. Может мне пока туда к нему и не соваться, а пойти просто задание сдавать?
Ах ты ж, вот как он по мне стреляет, если я его даже не вижу, блин. О, бочки, кстати. А ночью вот он у меня здесь бродил. При этом я его даже бочками пытался вот этим детонировать. Но голяк был. То есть, что бы я ни делал, как-то особо не помогало. Вот сюда может попасть. Может как-то попасть. Попробовать дойти, не привлекая внимания этого монстрякова. А, ну вот, он все равно получается. Вот он бродит. И на меня сагрится. Вот, ну все, короче. Вот эта махина. Короче. Зичмех. Зичмех детектед. И вот я пытался от него удирать. Выманивать сюда, допустим, вот на эти бочки. Но... Самое обидное, что он стрелял... Вот, и получается так, что... Но у меня какое-то оружие. Я вроде оружие подобрал. Ой. Слушай, это гранатомет. Это реально гранатомет. И чё? Он, конечно, медленный, но можно попробовать. Ну, типа да. Metal Gear Solid. И 8 зарядов всего у него. Да, такое себе. Здоровье купить. А, нет, это тактическая штука. Блин, она полная. Ладно. А вот здоровье. Короче, единственное, на что можно деньги здесь тратить, это, походу, вот эта штука. Сейчас вот он вылезет, завалит меня, и на этом все. А как стреляет это? А, ну нормально. Вот он. Думал, я уже всех миньонов у него завалил. Что с ним не так? Вот по этой причине я вообще не знаю, что с ним делать.
Я стрелять просто не успеваю. А если мне попытаться убежать за здоровьем где-нибудь? И куда он убежал-то? Вообще, короче. Блин, ну это такое себе. Что с ним делать, я не представляю. Он что, еще и вылечился, что ли? Я не понимаю. Ух ты, почему он сразу лечится? А миньоны откуда взялись, а? Ой. Ух ты, я его убил. Ну-ка, не пукать. Астра смешан. Фух, слушай, ну я его грохнул. Самое время тоже сходить на обед. Ничего себе. Ничего себе. И что это такое? Ух ты. Надо заценить. Ну такое. Это я не понял, если честно. Но выглядит прикольно. О. Да не то слово. Вот на. Блин. Ух. Слушай, ну вот я полночи бился. И нифига. Так, а зайду-ка я сначала вот сюда, заберу лут. Самое прикольное, то, что вот я потратил, получается, сколько там уже, 50 минут. Вот я сейчас 50 минут ходил в поисках просто всего лута и собрал броню, которая против физического урона. Хоть как-то. Поэтому и смог хоть, блин, немножко продержаться, потому что ночью это все выглядело так, смешно. Здоровье, магазин здоровья нам не нужен, вот он, там он тут. И что это? Так, ладно, advanced компонент. Что еще у нас? А, вот тут еще дальше надо взять, а как мне туда спуститься вниз? А, вот лестница, видишь?
Ничего не надо. Так. Вот сейчас вот если будут желтенькие, то они потом превращаются. А может пострелять этим смешером? Посмотреть, как будет. О. Да, что-то я погорячился. Черт. А что-то я вообще по нему стрелять не могу. Как они прикольно отступают. Ну, блин. Куда они делись? Вон он. Ну, блин, что-то я думал, как-то сложнее будет. Так, а лук-то мы забрали? Нет, лук не забрали. Что за оружие, кстати? Что за фигня? Энергетическая штурмовая винтовка. Во, кстати, против роботов, значит. Как, прям как в Fallout. Чудненько. Так, а как мне попасть? За лутом, за ящичком. Вот он. Окей. О, взломал. Хоть что-то получилось взломать. Блин, тут это компоненты. Ну да. А, нет, вот, слушайте, тоже сундук. Блин, я думал, дадут что-нибудь. Что-нибудь хорошее. Типа новую пушку. А мне здесь уже делать нечего, походу. А, меня сюда даже не пускают, ладно. Тогда пошли по сюжетке. Ну, я, кстати, понять не могу, как эта штука работает. Вот это вот. Вот я нажимаю. А, нажать, держать. Такое удовольствие. Ничего тут у нас нету прикольного. Закусочная. Сразу видно, тут повоевали. Сейчас, блин.
лично. То есть, чтобы людей с моего сектора не увезли, надо не дать кораблю взлететь. Так куда? Вниз, что ли, он меня зовет? Нет. Почему он меня зовет туда наверх? А я пополз вниз, мне интересно. А, все правильно. Ну чё? Наш ручной хакер. Так, ну когда он взломает-то? Отлично, я думаю, на этом можно пока на сегодня остановиться. Так, надо будет рубануться пока. Так, ладно, мне надо бежать. Спасибо, кто смотрел. Женю, увидимся. Всем пока.